я постараюсь тебе рассказать про то, почему стратегический маркетинг — это круто, и бизнес-консалтинг, да, и ответить на часто задаваемые вопросы, чтобы помочь тебе решиться вписаться в обучение ко мне, да, вот, значит, первый, самый часто задаваемый вопрос, типа, реально ли на это можно зарабатывать там от 1 000 000 рублей в месяц? Да, значит, скажу сразу, да, реально, у меня куча отзывов от моих учеников, которые делают такие чеки, например, там за 300, 500 тысяч, 800 тысяч с одного клиента. Если ты не веришь моим словам, вот, пожалуйста, отзывы, вот, пожалуйста, скриншоты оплат. Если ты этому не веришь, ну, напиши этим людям, контакты есть, можешь спросить. Соответственно, второе подтверждение тому, что такие деньги реально люди платят, это я сам. Потому что я сам тоже этим занимался и занимаюсь до сих пор. Начал я это делать 3 года назад, оказывать такие услуги, то есть создание стратегии для разных компаний и проектов. Тоже могу прикрепить скриншот, значит, чеков от клиентов. Например, вот в одном месяце мы с партнером тогда сделали больше 4 миллионов рублей на только этой услуге. При этом у нас в штате было только 2 человека. Да, то есть это дизайнер и помощник. Следующий вопрос, который, тире возражение, которое часто прилетает, твое обучение, то есть мое, да, стоит дорого. Дорого по сравнению как бы с чем? Да, то есть очень часто такой ответ на это возражение, ну давайте как бы разбираться. Сейчас курс стоит от 70 тысяч рублей до 300 тысяч. Почему я поставил такую цену? Ну, во-первых, я все занятия веду вживую. То есть это не просто доступ к записи на GetCourse. Мы каждую неделю созваниваемся с вами в группе, да, и я вживую рассказываю тему, я отвечаю на вопросы и я делаю разборы, да, то есть что самое полезное для вас, да, я делаю разбор конкретно вашей ситуации. И в силу того, что я как бы сам проходил все этапы развития как специалиста, от SMM-щика с зарплатой 35 тысяч рублей до, соответственно, консультанта, стратега и маркетолога с чеком от 1 000 000 рублей, я четко могу проследить, на каком этапе вы находитесь, в чем у вас затык, да, там, и как бы в чем причина того, что вы не делаете тот результат, который у вас стоит в плане. Как правило, в там, 80-90% случаев проблема вот здесь, да, то есть в голове. А так как я тоже разбираюсь в психологии, то у меня получается распаковывать человека, как бы, да, и находить причины его затыков и быстро их убирать. Вот, это самое большая польза, да, от обучения, да, то есть формата живых лекций, да. Плюс я всегда отвечаю на вопросы в чате. То есть у нас есть общий чатик, где мы общаемся, где мы, соответственно, взаимодействуем, делимся опытом. В этом же чате как раз ребята и там делятся своими результатами. То есть они скидывают там вот, значит, там говорят, типа, вот там, друзья, поздравьте меня, там я там закрыл клиента там на 500 тысяч там, или на 800 тысяч. Все это тоже происходит в чате. Вот. Почему еще такая цена, да, обучения? Потому что знания действительно ценные. То есть я в силу того, что сам как маркетолог работал с многими там спикерами, коучами, там проектами, сам обучался, кучу денег влил в свое обучение. Ну, нахваливать себя не буду. Если интересно, можете там прочитать, при меня там информация везде есть. Там Макс Белоу сюда набери, там в Гугле или где-нибудь, да, почитайте. Вот, в общем, я действительно
понимаю ценность той информации, которую я даю. Вот. И ценность этой информации подтверждается результатами моих учеников. Да? Опять же, результаты есть в отзывах, в скриншотах. У меня в Инстаграме в Highlights называется SM-курс, то есть стратегический маркетинг-курс. Также есть на Ютубе отзывы. Ну, например, да, там ребята приходят, там 50-100 тысяч зарабатывают до курса, после курса 1 000 000+ делают, да, то есть вот такой вот рост гигантский, да, я считаю, в X10, да, просто за счет того, что я правильно умею работать с людьми и передаю им действительно ценный навык. Значит, что еще хотел сказать, да, почему еще такая цена? Курс длится 2 месяца, да, как бы, и там порядка 13-14 модулей, в каждом модуле там по 2-3 видео. Вот, то есть это гигантский пласт информации, который, ну, действительно стоит этих денег. Вот. И тем более, если посчитать, значит, за год, сколько вы можете плюсануть в доходе, то есть, например, вы сейчас зарабатываете, знаю, 100 тысяч рублей, но при этом какие это 100 тысяч? Это тяжелые деньги. Да? То есть вы там стараетесь, тратите кучу времени, сил, у вас там по 10, 20, 30 клиентов. Да, это тяжело. Это реально тяжело. Когда вы обучитесь на этом курсе, вы, возможно, там выйти на доход в, ну, окей, там 500 тысяч рублей. 500 тысяч умножаем на там 12, это получается 6 миллионов рублей в год. Вот, соответственно, за сколько вы готовы купить 6 миллионов рублей в год? Я думаю, что за 70, там, 100 или 300 тысяч рублей можно купить себе 6 миллионов рублей за год, да, где вы найдете такие условия по вложению денег. Даже недвижимость такие деньги не дает, да. Почему я, опять же, уверен в том, что у вас будет результат? Потому что это уже третий поток, да, то есть у меня уже прошло 2 потока, были абсолютно разные ребята, там, с разным уровнем маркетинга, да, вообще были ребята нулевые. И прикол этого курса в том, что у меня акценты именно не на маркетинге, то, что я объясняю, да, это как инструмент заработка. То есть я так зарабатываю, говорю, ребят, смотрите, можно вот так, но не обязательно вот так. То есть, по сути, я вам даю инструмент заработка, да, и это может быть стратегия, консалтинг в любой теме. То есть вы можете быть дизайнером, фотографом и именно в своей нише зарабатывать эти же деньги, да. То есть я, опять же, говорю, этот курс подходит всем. Да, то есть, по сути, он учит, как продавать свой консалтинг дорого, да. Дальше идем. Значит, какие еще вопросы, возражения есть, да? Значит, вот сейчас кризис, например, да, там люди не готовы платить такие деньги. Ну вот, пожалуйста, у меня второй поток, опять же, вот недавно закончился. Там, значит, одна из учениц буквально вот там на днях закрыла клиентку на 400 тысяч рублей. При этом сама эта ученица, она, ну, не скажу, что супер там опытная, я не скажу, что у нее там какие-то там гигантские портфолио, она не работала с гигантскими компаниями большими. Вот, пожалуйста, 400 тысяч закрыла, да, то есть скриншоты тоже сейчас креплю, посмотрите, да, это реальный человек. Ну, как бы, вот кризис вам, пожалуйста, да, то есть кризис, на самом деле, у вас в голове, то есть это, опять же, еще одно ограничивающее убеждение, это раз, второе, тем более важны эти навыки и стратегический маркетинг и консалтинг, когда кризис, потому что в кризис люди не знают, что делать. Люди не знают, как закрывать им компанию, там, как менять там что-то как-то. Вот. Им нужен консультант, человек, который уверенно им расскажет, что им дальше делать и как. И тем более, если у вас есть опыт, то этот опыт может и должен стоить дорого, потому что он помогает компании не закрыться, да, там, или вырасти в доходе, в обороте. Да, вот очень простой пример. Сколько вы сами бы заплатили человеку, если вы там зарабатываете, не знаю, 1 000 000 рублей в месяц там, с бизнеса, да, а он вам сделает 2. Я думаю, что он 1500 вы бы за это заплатили, как минимум, разово. Да. В этом-то и смысл. Но легко сказать, сложно сделать. Да, то есть, ну, как бы, вроде бы головой это понимаете, но попробуйте сами сейчас вот продайте так вот услугу, у вас не получится, потому что есть нюансы, которые как раз-таки я раскрываю, да, там, на курсе, то есть, как это делать, как продавать. Причем я делюсь именно своим опытом, потому что я сам это делал и делаю, я работал и с маленькими компаниями, проектами, с большими, как Ростелеком, ВТБ, МТС, Люра, Мерлен и так далее. Вот. Для всех, для них я стратегии разрабатывал и оказывал консалтинг. Вот. Соответственно, какие у вас еще могут быть вопросы? Можно ли там оплатить
по частям. Есть формат рассрочки, да, то есть это официальная рассрочка от Тинькофф или от других банков. А по цене это сколько выйдет? Например, вы берете тариф за 300 тысяч рублей с моим участием, индивидуальной обратной связью, с возможностью попасть ко мне в годовой мастер-майнд, да, то есть там куча бонусов, которые получаете помимо обучения на курсе стратегический маркетинг и консалтинг, да, еще доступ ко всем моим другим курсам на стоимость там порядка 800 тысяч рублей, то есть куча бонусов. Вот, возьмем вот этот тариф премиум, он стоит 300. Если вы берете в рассрочку на год, ну, получается, там, ну, грубо считаем, да, там, 300 делим, там, ну, на 10, получается, там, ну, 30 с чем-то тысяч рублей в месяц вы платите. Скажите, пожалуйста, ну, вот, неужели вы, получив новые знания, не сможете отбить 30 тысяч рублей в месяц? Я думаю, что сможете. Ну, и я думаю, что в большинстве случаев вы отобьете эти 300 тысяч рублей с одного клиента, да, еще и заработаете. Вот. Плюс у вас будет стимул не опускаться ниже 300 тысяч рублей за свою услугу. Вот. Могу ли я гарантировать вам результат? Нет, потому что гарантию дают только мошенники, либо дебилы, да, как бы ни к тем, ни к другим я себя не отношу, но моя гарантия — это я сам, да, потому что если я буду херню какую-то давать людям, как бы, ну, будут копиться негативные отзывы, там, какие-нибудь разоблачения, там, еще что-то, пока что, слава богу, да, там, в интернете про меня ничего нету, вот. Видимо, потому что я делаю что-то хорошее и полезное, вот. Ну, возможно, там потом появится, может быть, какие-то конкуренты активизируются, да, но пока что говна никакого нету, почему я безмерно рад, да, поэтому, соответственно, видимо, я что-то хорошее, крутое делаю, да, и людям это помогает. Раз есть отзывы, раз есть результаты, раз мне доверяют большие компании. Вот. Поэтому, если ты еще сомневаешься, вписываться, не вписываться, я тебе точно могу сказать следующее, да, что действительно, да, возможно, для тебя это деньги большие, да, то есть ты сейчас там зарабатываешь 50 тысяч, 100 тысяч, возможно, ты работаешь каким-нибудь там SMM-щиком, таргетологом, делаешь сайты, не знаю, там, админ ВКонтакте, там, не знаю, там, фотошопишь там что-нибудь там и так далее. Да, ты молодец, но это только маленькая часть того, что ты можешь зарабатывать, что ты можешь делать на самом деле. И это только этап. Многие на этом этапе и заканчивают свое развитие. Я тоже на этом этапе был лет 5 назад. Но, поверь мне, там есть еще другие этапы, и тебе есть куда стремиться, и у тебя получится. Вот. Если ты просто найдешь себе наставника в лице меня, например, который проходил уже эти шаги и знает, что там делать дальше, на что сделать акцент, как немножко поменять свою голову, там, оффер, предложение и так далее, да. Поверь мне, клиенты есть. На услугу и за 300 тысяч, и за 500, и за 700, за миллион, и даже больше. И что самое важное, что твой рост, он не в навыках, да, потому что чем лучше ты будешь делать сайты, тем больше денег тебе не будут платить. Твой рост в психологии, да, и как раз таки в этом, на этом я и делаю акцент на курсе, да, именно поэтому у людей результаты есть, именно поэтому я провожу разборы, и не один, каждый раз я там отвечаю на вопросы, каждую неделю мы там созваниваемся с учениками, да, вот, именно поэтому они благодарны мне, приходят на встречи, читают мои книги, да, вот, кстати, вот одна из книг «Борьба за внимание», можете тоже скачать, прочитать, там я описал свой жизненный путь, если вам интересно, вот, и соответственно, твой рост именно вот в soft skills, в психологии, да. Самое важное, что ты получишь после этого курса, ты перестанешь работать руками, да, ты начнешь работать головой. Я очень часто привожу пример со стройкой, да, то есть вот если ты, как я назвал до этого, таргетолог, контекстолог, там, не знаю, там, автоворонщик, там, авторассыльщик, там, абитолог и так далее, вот эти все ологи, да, то на стройке ты был бы каким-нибудь там, не знаю, там этим штукатурщиком, да, там, либо, ну, в общем, чернорабочим. Это неплохо и нехорошо, я никак не принижаю там тебя, потому что я также был на этом этапе развития, как, ну, как специалист, да, это окей. Но неужели ты всю жизнь хочешь быть штукатурщиком?
там, или, не знаю, там, шпаклевщиком стен, там, да, там, или там унитазы делать, да, то есть, ну, руками работать. Да, ты можешь стать очень крутым в том, что ты делаешь унитазы или шпаклюешь стены, но неужели ты хочешь заниматься этим всю жизнь, да, и второе, вряд ли ты будешь зарабатывать на этом 10, 100, там, 50, там, миллиарды, миллионы рублей. Невозможно на этом зарабатывать, что все упирается в твое личное время. А средний чек до бесконечности нельзя увеличивать. Соответственно, нужно делать что-то по-другому и не руками, а головой. Потому что на стройке кто больше всего зарабатывает? Прораб, инвестор стройки и хозяин помещений. Да? Вот люди, они же не руками работают, они работают головой. То есть у них есть определенные навыки, и применяют они эти навыки более эффективно. Я не говорю, что кто-то лучше или хуже. Просто вот подумай про иерархию стройки и где ты хочешь там оказаться. Вот, и где ты хочешь быть и кем ты хочешь быть на этой стройке, да, условный. Тем более, что очень большая конкуренция в маркетинге, во фрилансе. Да, то есть куча таргетологов, тысячи, сотни там этих сайтологов, контекстологов и так далее. Конкуренция бешеная. Но если у тебя хватит яиц подняться и свой средний чек поднять и доказать, что ты действительно стоишь этих денег, то там конкуренция меньше, где чеки 300 тысяч, 500, миллион. Как бы, ну, выбирай сам, где ты хочешь работать. Вот. В общем, записал такое видео. Если у тебя остались вопросы, можешь мне написать там, куда-нибудь, там, не знаю, ВКонтакте, в Инстаграм, в Телеграм, задать свои еще вопросы. Я открыт. Вот. И я буду рад видеть на третьем потоке курса «Стратегический маркетинг и бизнес-консалтинг». Вот. Поверь мне, ты реально кайфанешь. Это будет самая лучшая твоя инвестиция в обучение. То есть лучше пройти одно качественное обучение, чем 100-500 каких-то непонятных дерьмо-марафонов за там, 3-5 тысяч рублей. Потому что я считаю, что качественная информация не может стоить дешево. Так же, как и любое другое в мире. Там машина качественная, там еда, путешествия, не знаю, там одежда и так далее. Вот. В общем, если я тебя убедил, я рад. Если нет, ну, продолжай читать меня, там, где ты меня читаешь и смотришь, слушать меня, вот, возможно, ты догреешься позже, да, но в любом случае ты это сделаешь, потому что если ты видишь это видео, значит, я тебя уже чем-то цепанул, вот. Тут осталось дело за, там, каким-то количеством касаний. Кому-то хватает одно касание, кому-то три, кому-то пять, кому-то еще больше. Спасибо за внимание, с тобой был Макс. Пока.